Итак, я начинаю свой третий день. Сейчас я в Белграде, в Сербии. Несмотря на то, что мое путешествие и прибытие в Сербию было очень с большими приключениями, вот, я не могла сюда не прийти, потому что и свой первый апартамент я брала именно из-за этого собора, вот и поплатилась. Поэтому я трачу свое время специально, чтобы посмотреть на этот собор. О соборе Святого Савы я узнала еще из Орел и Решка. И там они посещали уже этот собор, несмотря на то, что собор еще не работал. То есть был, ну, его только строили, но службы уже велись. Я не уверена, что меня пустят туда с собакой. Снимать я, конечно, там не буду. Вот. Но зайти обязательно хочу. Когда вы еще увидите в храме самосвал? Впечатляет. И очень хорошие люди. Вот все, с кем мне пришлось встретиться и познакомиться, произвели самое хорошее впечатление. И что интересно, что я боялась больше всего именно Сербии. А оказалось, что сербы, по сути, ну, как, наверное, часть балканских стран, очень похожи на греков. И, может быть, потому что православие присутствует. Я не могу сказать, но я балдею со вчерашнего дня. Реально удивилась, что очень много в рабочий день утром в церкви молодежи сидят на лавочках, читают книги. Дом своим все приобретете, все ясно и понятно. На сербском языке очень похоже на русском, можно понимать. Нет. Ни в одном парке нельзя гулять с собаками. Все гуляют с собаками без проблем. Сегодня до Греции, до Катерини мне ехать примерно, по-моему, 7 часов, поэтому это пока самый короткий путь в моем путешествии. Если вижу. В принципе, я не планировала, но позволила себе релакс. Да, Спайк?
у них какие-то агрессивные голуби. Или сегодня какой-то секс-день. Ну что, уезжаю из своего любимого Белграда. В Белграде очень тяжело с парковками, просто вот до свидания. Здесь парковок, по сути, найти сложно. Но вот если ты обратишь внимание, вот здесь вот белое с зелененьким такие полосочки, и еще есть желтые. Вот там, где желтые, вот как вот опять же здесь, да, там останавливаться вообще не рекомендуется. То есть это для специальных каких-то лиц. Мы сейчас с правой стороны проезжаем Клиничка. Клинички, центр Сербии. Здесь, кстати, очень много больниц непонятных. Ну, прямо вот получилось, что я живу в центре каких-то там больниц и прочего. Ну вот. Вот для желтые, там это для, наверное, специальных каких-то служб, там вообще нельзя останавливаться. А те, где белый с зеленым, можно остановиться и тогда послать смс на какой-то код. И, ну вот, тогда у тебя будет разрешение какое-то время стоять там. Ну, ты оплачиваешь 30 центов в час, 30 центов в час, вообще лимонад, вот. И парковки, они, парковки с 9 вечера до 7 утра бесплатны, вот. Но припарковаться сложно, очень много узких улиц, вот, ну и так далее. Улица Пастерова на данный момент. Здесь, вот это онкологический крупный центр. А с левой стороны тоже какая-то больница. Вот. И мы сейчас будем проезжать опять собор Святого Саввы. Please turn right in 200 meters. Мне очень понравился Сербия, надеюсь, что камера записывает. Вот посмотри на парки. Что касается кофе, то я хотела выпить кофе. Но кофе как-то здесь все сложно. То есть по сравнению отношения, вот я говорила, что греки похожи на сербов, но в этом плане они очень отличны. У сербы не больны так на кофе, как греки. У них почти никого я не видела с фраппе, ну вообще никого, если честно, не видела с фраппе. Вот. Мужчины тоже сидят совершенно нормально в кафе, но вечером сидели, да, тоже, как бы и женщины кое-где сидели. Так, я сейчас заткнусь, а то я проеду, потому что на самом деле очень сложно ездить с навигатором. Посмотри, какой красивый собор. Я там была, то есть у меня есть видео, поэтому...
Ну и все, мы отправляемся в Катерине. Я все время забываю, что переключать для... вообще как бы сложно мне. Это точно. Please keep right in 300 meters. До свидания, моя любимая Сербия. Не Сербия еще, а Белград. Ты мне очень-очень понравился. Свой любимый город Белград. Вот знаете, есть странные города. Вот и я проезжала и Краков, и Варшаву. Вот, ну красиво, да, вот, ну вот чисто. Очень люди в парках сидят на травке компаниями там и так далее, и так далее. Вот много современных машин, прекрасная природа. Ну и как бы тебе это все нравится, но это для тебя новый город, чужой новый город, который тебе нравится. А Белград, по сути, я действительно, как я уже сказала, я очень боялась, что ехать в Сербию, потому что Сербия это не Европа, она не в составе Европы. Кстати, вчера прилетала Меркель, как сказал тот самый Сергей, вот, и просто полицией был полный город, начиная с аэропорта, по сути, да, везде стояли, ну, на протяжении там каких-то 100 метров по одному полицейскому, на мостах, на улицах, главных трассах. Вот жалко, что я новости не смотрю, то есть я так и не поняла, потому что он плохо говорил по-русски, плохо говорил по-английски, по-сербски ни хера невозможно понять. Вот он говорил вроде, что не то они за Меркель, не то против Меркель, не против Америки. Вообще, короче, ничего не понять. Мне так хочется много рассказать, да и в дороге есть время, и получается, что я никак не могу, потому что это как мелкая камера, она сама почему-то вырубается, и боюсь, что я буду трындеть, а потом она не запишется. Поэтому, ну, я сейчас остановлюсь на заправке и постараюсь прикрепить телефон. Во-первых, вот сейчас у меня телефон, круто, я нажала, остановила, нажала в ту сторону, он снимает дорогу. Нажала в эту сторону, он снимает меня. Вот. Не то, что это камера GoPro, которая разряжается очень быстро. Хотя, оказывается, как я сейчас поняла, можно такой проводочек взять. И ее, ну, просто она все время врублена, наверное, может быть. Вот, и снимать. Но там в любом случае не так уж и много. 8 гигов, по-моему. А, я не помню. В общем, по-моему, 8 гигабайт. Вот, но суть не важна. С телефоном круто. Я так счастлива, что у меня есть этот телефон, у которого 267 гигабайтов. Я думаю, что на процентов, наверное, 70 я уже затратила. Сейчас я, не знаю, мы подъезжаем как бы. Здесь в Сербии такая система, что все машины с иностранными номерами, они должны платить. А может быть, и не только. Ой. А может быть, и не только с иностранными. Вот. Такой вот талончик я сейчас получила. Так вот, этот талончик, который ты получаешь при въезде на дорогу, потом, когда платная дорога заканчивается, нет, это было в Хунгарии, в Венгрии. Там все машины с иностранными номерами получают талончик,
Не талончик, извиняюсь, там платные дороги. То есть ты платишь сразу при въезде за виньетку. Я до сих пор не знаю, сколько я заплатила. Я потом посмотрю, переведу эти деньги. Но вот здесь, в Сербии, ты берешь, когда начинаешь движение определенные дороги, определенные, не все, ты берешь вот такой талончик, и потом, когда ты выезжаешь уже с определенной дороги, то есть проехал определенное расстояние, тебе надо будет оплатить дорогу. Разные есть оплаты. Я платила 4,50 вчера, сейчас не знаю. Вот, наверное, в зависимости от того, куда ты едешь. Вот. Ну и, короче говоря, я тебе сейчас расскажу. Главное, при въезде в Сербию такая очередь. Ни хрена себе, вообще просто. Очередина машин. Даже не знаю, почему. Слава богу, вчера такого не было. Может быть, я ехала по другой дороге. Сейчас я еду, выезжаю из Сербии и еду в сторону Македонии. Так как мне не удалось маршрут проложить к прямому адресу, я поставила сначала Салоники, ну а там буду по ходу, так как у меня записано города, которые надо проезжать, по ходу буду устанавливать себе навигатор. А сейчас я тебе расскажу свои приключения. Расскажу тебе сначала про то, как я заехала вчера в Сербию. Я даже вечером, я же даже сил у меня не было снимать, ну как сказать, отчет, да, о проделанной днем работе. Просто не было ни моральных, ни физических сил. Так вот, прикинь. Я так боялась проехать эту границу, ты помнишь. И когда я закричала, что граница проехана, это была граница, которая из Венгрии шла в Сербию. Вот. Там у меня вообще проблем не... Мне даже не понадобилось вообще. То есть он взял мою карточку ID, слава богу, я паспорт не давал, никаких штампов никто ничего не ставил. Вот. А он посмотрел только меня, поулыбался, я проехала. А потом в другие ворота. Теперь же надо въехать в Сербию. А Сербия как раз и является не Евросоюзом. А вот, я въехала, подъезжаю к этому, мужичок такой. Они, конечно, все улыбаются, а они-то там, знаешь, видят мою собаку. Собака вообще не... Мало того, ее почти никто не замечает в машине, вот, но не вызвало никаких эмоций. И в итоге я спокойненько, он мне тоже взял мою карту, и давай мне что-то говорит, вы куда едете? Я, как вся такая наученная, говорю, я еду в Грецию. А он говорит, да, а вы как едете? Через Белград? Я говорю, да, через Белград. Он говорит, а... И давай мне что-то говорить, потому что я скажу так, что сербский язык, он не похож ни на один другой. И, кстати, в Венгрии тоже вообще ничего непонятно. Если польский, можно понять, и какой там проезжал, литовский, понятно, да? То есть ты можешь догадаться много слов, то здесь, несмотря на то, что на Сербии пишут русские, буквально русскими буквами очень много, да? Некоторые слова, некоторые действительно как русские, да? Есть, но ничего не понять. И они не все говорят по-английски. Вот. Ну и он мне там давай поговорить что-то, я ничего не понимаю, что он мне говорит там, что у него друг в Сербии по автомагистрали проблема. У вас нет проблем? Я не могу понять, я говорю, у меня проблем нет и не было. Я говорю, я еду, все нормально. Он мне показывает мою ID-карту, опять мне такой говорит, у вас нет проблем? Ну, что он привязался? Вроде все нормально. Собаку тоже документы отдал, вообще не смотрел ни этих деклараций, ничего. У меня там листы были.
Я думаю, что за проблема, блин? Короче, он тюхил, потом оказалось, до меня дошло, что он говорит, вы не против взять, у меня проблема у друга, отвезти его в Сербию, пипец. Это был тот самый Сергей, работник тому, не таможня, а пограничник, короче, прикинь. Я такая обрадовалась, ну что мне отказывать, я говорю, нет, никаких проблем, все нормально. Что-то я ж не припахала, что мне 2 часа потом с ним ехать до самого Белгорода. Ну и вот так появился в моей машине этот Сергей. А вот, как он сказал, по-русски Сергей, но у него там какой-то Сердж какой-то там по-сербски. В общем, ржака. Ну вот, в итоге, вот мы так с ним ехали, пытались с ним там что-то разговаривать, там что-то это самое. Так, сейчас поставим на круизник. Меня задолбалось уже следить за скоростью и болтать. Ну вот, сейчас можно расслабиться. Так вот, прикинь, Сергей этот, ему оказалось 34 года, хотя ему дало 41, в общем, мы там, ну, вообще было интересно. Он очень хвалил свою страну, женщин, и вообще все прекрасно, и погода прекрасная у них, и 2 миллиона живет только в Белграде, то есть это огромный город, вот. Но такое вот было приключение. Я хотела, конечно, сделать с ним снимок, фотографии, но потом, блин, как-то мне было неудобно его спрашивать, а мне там, когда попал видео, даже так рукой немножко прикрылся. Ну ладно, наш работник, пограничник тут, понимаешь. Ну вот, ну и, короче говоря, это самое... Так мы с ним доехали до Белгорода, я его высадила. И я была такая, я перла со скоростью. У меня все время, во-первых, дорога, которая идет с Венгрии до Сербии, просто прямая дорога. Вот такая трасса, хорошая трасса. Я там жарила, то есть у меня все время был поставлен круиз-контроль. И, ну, 140... Можно больше, просто я нашу машинку уже как бы жалко и страшновато, а вдруг чего. Вот. Соответственно, я там жарила на этой машине вместе с ним и доехала очень быстро. Я приехала, тяжело водить, у них там ничего не понятно. У них можно наезжать на трамвайные пути, это непривычно. И там желтым отмечены трассы для мест общественного тоже транспорта, и ничего не понятно. Все ездят как хотят, я честно скажу. Все культурные в плане, что они, ну, могут пропускать, там, посигналить, но, то есть ты даже если дубарей встанешь вот так вот, все нормально у тебя там будет, но ничего непонятное, можно запутаться. С навигатором иногда она говорит, поверните налево, когда идет просто трасса, она, трасса сама поворачивает налево. Чего мне поворачивает налево? Я еду по трассе, никаких поворотов ни налево, ни направо резких нет. А иногда... она как-то говорит быстренько налево или направо, и ты не понимаешь, блин, тебе же надо перестроиться в другой ряд, а там уже целая куча машин. Очень тяжело, вот, но я, правда, должна сказать, что я умничка, что я заказала эту, тем не менее, навигацию, потому что очень удобно джойстиком, когда ты хочешь увидеть, ну, блин, куда же ты едешь, ты уменьшаешь экран за секундочку, да, вот. И ты можешь увидеть, ну, примерно дорогу, будут повороты, какие населенные пункты. А когда тебя она уже начинает трындеть, что скоро у тебя там то и все повернуть надо, тогда ты увеличиваешь максимально, и ты видишь, насколько большой поворот, или это перекресток, или... Ну, вообще прикольно, потому что я думаю, что, конечно, в этих всех телефонах, гаджетах других, с навигатором так хорошо не будет. Ну и в любом случае... Значит, я нашла с трудом, но как-то нормально нашла, благо вот этот собор Святого Саввы, один из таких центральных мест, который был рядом, ради чего я повелась на вот те апарты, хотя мне надо зайти в Booking и еще раз прочитать, потому что такого говна, вот, прости меня, Господи, да, но в Booking быть не должно, и я, конечно, отзыв оставлю обязательно.
В общем, в итоге я впервые приехала, можно сказать, днем, когда светло. Приехала очень замечательно. Несмотря на все эти навигаторские приколы, я прям встала вот здесь, сзади уже мои апартаменты. Я знала, что там припарковаться нельзя, но он же сказал 5 евро. Не проблема, я заплачу 5 евро, покажите мне, где припарковаться. Мне надо было встретиться с этим мужиком. Теперь внимательно рассказываю. О, боже. Это надо просто, ну... Please follow the road for 171 km. Окей. Значит, надо встретиться с мужчиной. Я прихожу, быстро, благодаря его фотографиям, нашла это место. Позвонила, он говорит, я иду. Он, значит, спускается, курит. Кстати, в Сербии можно курить везде, просто везде. Сербы курят, и женщины, и мужчины. И мы заходим, вот, значит, как бы в этот подъезд. И начинаем подниматься. Несмотря на лифт, он повел меня наверх по ступенькам. И мы заходим, такой, я понимаю, что это просто жилой дом. Мы заходим вовнутрь. Там реально, вы не можете представить, как все прокурено. Вот просто пипец, дым столбом. Вот в барах вот такое вот, да, с закрытой дверью, может быть, да. Маленький такой, знаешь, заходим, двери там открыты, кухня такая, там, короче, тряпки, все. Ну, короче, это как кухня не убрана, вот как я показывала до этого в гостишке, да. А просто вот, как будто там живет кто-то там, да. Тут же белье сохнет с правой стороны, ванна открыта. И еще одна комната. Не надо мне музыки. Вот. Одна комната, короче говоря, открыты двери, вот. И там сидит, значит, мужик с теткой. Такие вот реально, я не знаю, как писать. Перла по левой трассе, а тут стригут траву, и едет машина, главное. Не знак стоит, не перед... В общем, короче, не буду сейчас об этом. Вот. В нашем путешествии это такая мелочь уже. Вот. Короче говоря, о чем я? Да, эти сидят такие, причем люди, ну, хорошие люди наверняка. Они представились, они говорят, вот мы теперь с вами будем соседями. Я говорю, пардоньте, я только одну ночь. Мне такие соседи нахер. Они курят такие, знаешь, такие. Еще бутылочку с селедочкой. Ну вот будет идеальная картина соседей моих. Вот. И сейчас я хочу короткими видео снимать, потому что не знаю, как закинется. Вот. И он мне проводит еще одну комнатку слева. И эта комнатка слева типа моя. Одна кровать, причем, ну, там две кровати по одно для одного. Одна, видно, ну, так как я одна, там ничего не постелено, а там, где я, да, белье чистое, но она не глажена, ничего. Видно, что она высохла и тут же стоит. Я честно тебе скажу, я заплатила за эти апарты 13,50. И... Я считаю, что, ну, это должно стоить, ну, хорошо, если 5 евро. Туалет общий, ванна общая. То есть это квартира, и, ну, как коммуналка, и у тебя за стенкой соседи. Да, единственное, что там было, это открывалось на лоджию балкон, окно, и видно было собор Святого Савы. И, по сути, это и сыграло со мной, как это, злую роковую шутку, потому что... Ну, этот вид, это как, ну, на Эйфелеву башню, да, вот, вот та, все. Я была в таком шоке, я понимала, что если там останусь, у меня все провоняет, я задохнусь ночью.
А я уже жарко, спотела, я хотела принять душ цивильненько. Знаешь, вот, когда ты проделаешь такую огромную дорогу, почти по 1000 километров, да, ну, конечно, нужен релакс. Морально, физически. А тут, ну, ты не один, в общем, пиздец. Я была в шоке. Я ему сначала, я заплатила. Я не хотела никаких, потому что, ну, неужели я в Букинге, если бы я знала, что у меня будет, это же, я выбирала отель, я не выбирала этот самый, как они там называются, где по много человек живет, да, с одной ванной. Да я никогда бы в жизни не выбрала. Ну и, честно говоря, конечно, я сама виновата. Но хотя, я говорю, я еще зайду в Booking и посмотрю, что там написано. Не может быть, что я, это самое, я, видишь, смотрела, чтобы с собаками же можно. Хотя я думаю, что ситуация следующая, что если такая собака, как моя, то иногда, если отель не стоит номер 100 и 120, то, в принципе, закрывают глаза. Главное, чтобы она не шумела. Вот. И когда не видишь, что собачка маленькая, даже если написано, что с собаками нельзя, я думаю, что проблем никаких не бывает. Вот. Но продолжу. Я ему говорю, а припарковаться удалось на квартал дальше. Но это еще хорошо. И я ему говорю, я сейчас приду, другие свои вещи заберу. Вот. У меня же все равно накопилось, да, у меня и документы, и пожрать же хотелось, жрачку с собой взять. У меня уже не было желания нигде в других местах есть. Вот реально, я обычно люблю вот так вот красиво посидеть, а тут, ну, вообще, вот. И я поесть хотела, и все такое. Какой там поесть? Упаси меня Господь. Короче, я пошла, сначала я пошла, мне надо было взять две сумки тяжелые. И я иду и понимаю, это сейчас тащите эти сумки туда. У меня было одно единственное желание – свалить. А уже, ну, под 9 часов было жарко. И я хочу, значит, естественно, поменять отель. И я пыталась включить интернет и найти. И я по букингу даже нашла и даже зарезервировала. Я надеюсь, что деньги мне не снялись, потому что я не вводила данные карты вообще. Этот отель где-то был рядом. Я взяла быстренько, сфоткала адрес. И также взяла этот телефон, переписала. Вот. Ну и я давай такая вся. Думаю, пару кварталов пройду и зайду, потому что у них было написано, что, ну, с собаками нельзя. Думаю, во-первых, отель посмотрю. Вот. Во-вторых, думаю, ну, как бы решу, сколько там, чего. В общем, короче, я поперлась. Я прошла эти кварталы, а уже темно, наш город. Ну, реально, я не знаю почему, но сразу, вот Греция, вот Греция, вот что-то такое родное, все. Несмотря на то, что мне люди не какие, ну, внешне, вот, темно, поздно было, мне показалось такие, как вот цыгане какие-то такие, кстати, таких в Ираклионе, вот пруд-пруди, не понравились, мне показалось как-то даже и грязно, или как-то, ну, в общем, все такое, да, темно, улицы не сильно освещены, вот. О, чисто сербские мелодии. Опа, наконец-то. Все, спасибо. Вот. Так что мы тут едем. Вот. Короче говоря, это самое. Улица не... В общем, вроде как все должно быть негативно. Но вот как-то вот, я не знаю, трудно сказать, я не могу ничего сказать, почему. Вот Греция как-то мне расположила. Несмотря на то, что многочисленные, ну, как бы,
совпадение с Грецией. В кафе там, да, конечно, мужчины кое-где сидели, и женщины сидели, но очень мало, уличных кафе очень мало. Поэтому, ну, тут, конечно, сербы отличаются от греков в этом плане. Вот. Я протралила, никто ни понятия не имеет, где этот отель, что я нашла эту улицу, вот реально, и нихера, там нет никакого отеля. И мужик, который, кстати, очень многие сербы, я не знаю, как уж там, но в школе учили русский язык, вот это интересно. То есть как-то там, что-то там, они даже что-то говорили, да, мы пытались, там русско-английское это самое, вот. Короче, не было там этого отеля. Я давай по этому телефону звонить. Телефон этот нельзя позвонить по нему. Это херня. Почему по нему нельзя позвонить? Короче, я была такая, я была в трансе, я была злая, но я понимала одно, что я жить в этой квартире не буду. Вот такая у меня была негативщина просто. И я хотела снять другую отель. Я пришла в свою машинку, села. Я понимала, что в самом худшем случае я поеду ночью в Грецию. Просто поеду. Если что, я остановлюсь и посплю в машине. А вот. Я так настроилась, пришла в машину, вещи никакие никуда не переносила. Я взяла... А, нет, я уже забрала. Я уже забрала свои вещи из этого, из этой комнаты, уже оставила ключи, благо он там сам не живет, чтобы там какие-то байки рассказывать, что, зачем и почему. Вот. Да. И, в общем, короче говоря, я пришла в машину, села, хотела жрать, достала свинину, блин, наконец-то, консерв свой, потому что, в принципе, жрать как-то ты не хочешь, да. Вот. Консервы достала, блядь, свою это ложку, все в одном, да, вилку, нож. Открыла консервы, и мы с собакой эту свинину нахрянькались там в этой машине. Настроения никакого. И потом я взяла уже, думаю, причем у меня сел телефон вот этот, и все, и жопа. Телефона нет, а там у меня как раз основной интернет. Я купила 5 гигабайт специально в дорогу. Я не могу ни хера посмотреть, ни букинг, ничего. Но спасибо опять моей навигации, там есть такая возможность, ты нажимаешь, и он ищет, что есть рядом, какие отели, какие гостиницы. Тут же при отсутствии телефона, опять же, да, аллилуйя, я выбираю какой-то отель, который рядом, он показывает на карте, где он может сразу до него проложить путь. До этого отеля там 100 метров, 200, 800, то есть в округе какие отели. И тут же им предлагают позвонить. И я тут же с машины без телефона звоню. Крутяк просто. Даже при разряженном телефоне. Вот это вот, конечно, мне произвело впечатление. А вот. Я дозвонилась до одного отеля, который меня устраивал. Там не было места. Дозвонилась до другого, который меня очень устраивал. Но там оказалось... Цена 100-120, да, вот, которая меня не устраивала, вот. Ну и в итоге я увидела еще такой, было написано «Дом», и рассказываю, отель называется «Дом», так и называется, вот. Я уже там снимала, делала фотографии. И я звоню, значит, информацию рассказываю. Там есть паркинг. Это вообще нонсенс. То есть закрытый паркинг, да? Далее. Там есть. Про собаку я даже не заикалась, потому что я поняла, что, блин, я уже 9 час, а мне надо на ночь найти отель. Короче, паркинг, Wi-Fi, отдельный душ, кровать, естественно, да, и еще и завтрак включен. И все это удовольствие стоит 23 евро. Конечно, я проложила путь и сразу поехала в этот отель-дом. Такая ржака. Вот честно, мне так жалко, что у меня сел телефон этот. Это надо было видеть, вот просто это надо было видеть.
В общем, сам отель, он напоминает или очень старую школу, не современную, а старую, такую сталинскую, или вот больница Страдыня, ну, кто там хоть раз был примерно, да, вы понимаете. Вот такие запахи, вот идентичные, старые, когда, ну, сейчас уже реновация там везде была, а вот до реновации. Такая большая лестница, все это покрыто таким серым и стертым паласом. Все обои, которые там были, ну, я не знаю, наверное, какой-то 75-й, 80-е годы, наверное, с тех пор ремонт там не делался. Все эти обои потертые уже такие все просто. Все чистенько, конечно, но имеется в виду, что когда, вот знаешь, ухаживают за этим, но у всего есть свое время. Очень приятная женщина, ничего не могу сказать. Люди, конечно, ну, золотые, может, мне такие попались, да. В возрасте, ну, говорила по-английски. Дядечка такой, муж, возможно, ее, а может, сторож, я не знаю, такой тоже приятный, такой тоже... помогал мне вещи носить даже ночью, как говорится, шляпу, снимаю шляпу, а вот, ну, она как-то так сразу, да, вот у них закрытый двор на паркинг, мне проводили сразу туда-сюда, вот, и дальше я иду в номер свой. Я говорю, я очень жалею, что у меня не было камеры. И когда я так хотела это все заснять, потому что, ну, это надо видеть. Полис. У меня здесь 120, по-моему, разрешенная. Я пилю 135 на круизнике. Но все нормально. Прокатило. Так вот. Хороший. Тут у меня спаюник сидит. Тебе, конечно, его не видно, но он сидит вот прямо рядом со мной. Так вот, я давай, думаю, сейчас подключу. Телефончик зарядится, я все это засниму. Представьте, потолки, ну, наверное, 3,5-4 метра. В моей комнате, в моей. На полу такой старый-старый паркет, который, ну, наверное, все сейчас сдохнет. Провалиться можно во вторую. Но все это при том, как я еще раз повторюсь, очень чисто вот там, где коридоры, в коридоре палас. Все это красочкой масляной покрашено. Знаешь, такие старинные школы с высокими дверями, где уже краска, которых слезает, их все подкрашивают. Вот это все. Окна почти 2 метра у меня были. Длинные занавески, которые вместо белых, они уже стали серые, вот это, надо сказать, грязные такие, знаешь. Вот эти вот, стоят три кровати. Такой, знаешь, ну, напомнил, когда в пионерском лагере выставляли кровати на летний лагерь в как это назвать? Ну, лагерь, где, не лагерь, а зал, где проводятся дискотеки, актовый зал. Вот, когда в актовом зале выставляли кровати на летний пионерский лагерь, вот такое ощущение. То, что ну, высокие эти потолки. Все розетки старые, я не знаю, с какого года, наверное, 70-го точно. И, короче говоря, у меня не работали ни одна розетка. Холодильник, естественно, тоже там был. Он был, естественно, выключен, он, естественно, не работал. Ванну, туалет, это тоже надо, конечно, видеть было. Вот. Причем все это, ну, действует. Ну, ничего, что там в душе две струи, там, да, и все это занавеска протекает, ничего не держит. Это все фигня. Вот. Но просто там, это просто вот, ну, надо было видеть. А такие пледы лежат такого цвета мертвецкого. И вот моя одна кроватка была застелена. А другая мебель, две тумбочки, там что-то такое, знаешь, уже краска тоже, это, ну, я не знаю, я вернулась, вот реально, вот я вернула свое детство. Вот детство, когда очень много таких было каких-то зданий, помещений, это что-то, вот.
Ну и за, к сожалению, так как я не могла подзарядить свой телефон, я пошла, и они мне поменяли номер на тот, который я вот показывала ранее. Вот, который, в принципе, тоже до свидания, с по запахам, все, но как бы я все время. Так вот выглядит моя гостиница. Номер, который сейчас покажу, это еще нормальный. Это, судя по всему, чуть ли не VIP, если у меня зрение. Ну, во всяком случае, сначала меня посадили. Дозволено кушение. Ну что, вот, вот такой вот у меня номер. Согласись, что приличный. И я все время думала, кто в такой гостинице может жить? Вот реально. О, ну там я забыла 23 евро. Вот она должна стоить, ну окей, 13 она может стоить. Все-таки я как бы и завтрак входит, да, но не 23. Ну, короче, я думаю, кто там может жить? Утром я нормально поспала, покурила в окно, посидела, луна, центр города, открываешь эти двойные окна, вот эти вот, знаешь, когда двойные окна, с которых слазит, ну, как в старых домах, да, между окнами вот так, ну, еще место такое широкое, и вот ты там, как бы, вот я села туда на подоконничек, покурила, потому что это все эти, конечно, эмоции, мне надо было как-то, и я и вечером, я думаю, что собор Святого Савы красиво выглядит, должен был вот в подсветке, и я так хотела пойти, но реально, у меня не было сил, и уже было, ну, довольно поздно, все-таки страшновато как-то было, хотя это не так далеко было у того места, где я жила. О боже. В общем, короче, мы пошли спать. Я даже не смогла просмотреть видео и фотографии, которые засняла за день. Вот, что я делаю обычно с великим удовольствием и прекрасно потом засыпаю. Ну, собака вообще была рада. Единственное, что он меня не кушает как-то вот. Ну, не кушает вот он. Не ест. Не паштет, что я взяла. Ничего другого. Но так, мне кажется, он очень довольный. Ему очень интересно все. Спайку. Так вот. Рассказываю дальше. Поменяли мне этот номер, все нормально. Я мечта сбылась, я помылась в душе. Душе-то-то-то. Ну ладно. Потом я посмотрела этот номер. Видно, он какой-то у них такой НЗ там, потому что они мне не сильно вообще хотели номер менять, да? Что-то они там на своем сербском с этой женщиной. Но видно, что розетки нигде, наверное, не работали. Ну реально, вот. Если взять какой-то, это центр, это Сербия, это столица Белград, да, а если в деревнях, а вот это реально как какая-то маленькая деревушка, вот такой вот отель, вот. И утром мы пошли, у меня началась эта история номер два, надо поставить 140, что-то я медленно еду. Вот. Утром я знала точно, я встала нормально, я встала с тем, чтобы в 7 выехать, по их времени и по нашему 8, да, вот, но я хотела очень почему-то к этому собору Савы просто вот, у меня фишка была, хочу то самое, так, нет, мне не нравится, слишком быстро, так это не очень такая дорога, чтобы нестись еще трепаться, так вот, и у меня же еще типа завтрак. Короче, я стала, а вечером мне уже, мы когда переходили, этот мужчина еще нес мне эти, а у меня 4 сетки, собака. Я уже накидала этих документов, и вечером, когда утром складываю документы, не могу найти ID-карту.
Да, ёпарасоте, все перерывал, нету. Пошла на ресепшн, говорю, ID-карта. Не находили? Нет. Короче, я все перерыла, я уже на такой измене, думаю, ну жопа, все. Я опять к ней на ресепшн, она еще такая, ну все, кто видит мою собаку, сербы вообще просто, я так поняла, что очень любят собак. Собаки, в отличие от Афин, Греции, ну очень разные породы, ухоженные, постриженные. Видно, что любят сербы животных. Диких собак видела тоже, ну две буквально собаки, но немного. Вот. И все умиляются, конечно, над Спайком. Всем он очень нравится, все хотят его погладить, потрогать, вот. Ну и она такая говорит, ой, я говорю по-русски, она мне говорит, я думаю, великолепно. Я опять говорю, ID-карты нету, она, нет, а потом, слава богу, она так говорила по-русски, что она решила, что я потеряла телефонную карточку, вот. Но в итоге, когда дошло до нее, что это типа паспорт, она сказала, так мы же забираем, прикинь, я даже не помнила, что у меня забрали вчера вот эту вот карточку. В общем, я благополучно, перенервничав, забрала обратно свою карточку. Счастливо. Вот. И пошла на завтрак. Завтрак это такая, знаешь, реально столовка. Ресторан у них, типа... Там сидела одна дама, и там, значит, оказывается, надо сесть, тогда тебе подойдут и спросят, что ты хочешь съесть. Ну, реально, столовка школьная такая, не самая современная. И мы с этой женщиной познакомились, тоже надо отдать должное. Она живет рядом с Субботицей, это 200 километров от Белгорода. Вот. Немножко в школе учила русский, что-то там, да. И вот мы с ней начали разговаривать, тоже так классно. Такие хорошие люди, блин, ну реально. Вот. И она мне говорит, а что вы сядьте там. Да? Эта бабка подходит ко мне, ну, женщина, вернее. Такая, кстати, не очень дружелюбная. Она говорит, ну, типа, а что я буду кушать? А я, знаешь, ну вот эта женщина мне помогала. Короче, я, то, что по-гречески это бабушка, то по-сербски это яйцо. Ну, короче, и выходило так. Или чай с джемом, или я. Другого не дозволено. Два в одном, zero. Кофе не подают. Потом она мне даже кофе не предложила. Кофе, оказывается, платный. Вот такая ржака, короче. Чего мы тут притормозили? Мужик притормозил. Что-то упер с такой скоростью. Притормозил, я же испугалась. Он был умный. Вот. Короче говоря, там или яйцо с чаем, белый хлеб, или чай, джем и масло. Два в одном мне нельзя. Вот. Но я съела свой омлет, такой поджарили, может даже два яйца там было в этом омлете сделано. Вот. Чай такой травяной был, довольно хороший. И, в принципе, все. Но эта женщина, она принесла мне масло с джемом, которое вот мы познакомились. Она дала мне, говорит, пожалуйста. В общем, так приятно. Просто, ну, хоть что-то, блин, какой-то завтрак. Я же так толком и не жру нормально. Вот. Не хочу, да, но просто я к тому, что, возможно, организм, конечно, уже задолбался до последнего. После того, как мы позавтракали, мы пошли как раз-таки к собору Святого Саввы. Я переоделась, ну и я снимала видео, мне произвело впечатление. И вот реально, ну не знаю, но вот я прониклась, ну тут так мне этот город понравился, и сербы, дай бог вам, ребята мира, потому что когда ты понимаешь, что это надо вырезать, чувственная стала, бляха-муха.
То есть когда ты понимаешь, что это прекрасная земля, что ее бомбили, что здесь была война совсем недавно. Вот она реально, ребята, это современный город, такой же, как у нас с вами. И в тысячу раз даже в чем-то круче, да, парки, памятники, замечательные современные здания, фонтаны, храмы. Они, как сказал этот Сергей, экономически неплохо живут в том плане, что они делают машины, я уж сейчас не буду говорить, я забыла, как это машины они делают, оружие делают на продажу, ну и понятно, да? Это мне этот пограничник рассказывал. У них виноделие развито, кстати, не купила вина, потому что, ну, действительно, я не планировала делать это путешествие с остановками. У меня главная всегда конечная цель, и, конечно, Метеор и Крит, куда я еду. Это просто доехать на машине. Вот. Ну, и сейчас где-то даже жалею, потому что, когда ты делаешь такую огромную дорогу в пути, надо делать остановки, во-первых. Вот. А во-вторых, надо смотреть, и это, ну, тогда тебе легче ехать, потому что если ты делаешь остановки, ты проезжаешь эти страны, ну и как-то вот. Ну, я единственное, что, конечно, я вот то, что видела, я знаю, что когда я поеду обратно, я вот очень хочу то и то посмотреть. И я, конечно, проведу, наверное, один день, но, ну, во всяком случае, мне бы очень хотелось. И в Варшаве, и в Кракове, и посмотреть города. Потому что, ну, как сказать, не то, что первый блин комом, а я должна сказать, вот, ну, что для меня это первое путешествие на машине, которое действительно, мне было страшно ехать одной, как машина, как то, как все, вот, ну и, а теперь я знаю, и, конечно, руки у меня развязаны, чтобы бабки были, вот. Как говорится. Ой, я очень много уже, конечно, разговариваю. Дай бог, чтобы мой телефончик не сел. Но у меня с собой, конечно, есть подзарядки, есть где его подзаряжать. Но вот видишь, когда лень, так вот и получается. Вечером я скину все видео на свой комп, который таскаю. Да, теперь я таскаю два компа, да. Потому что Apple ты ни с чем не сравнишь, у меня там масса информации, и мне с ним удобнее и так далее. А второй чисто для видео я его брала, и новый, который купила. В конце концов, он должен себя отбивать, я скину все свои видео, и потом я купила же жесткий диск, и на жесткий диск утрамбую все эти видео, которые снимаю. Поэтому немножечко так смело сегодня треплюсь, вот. Тем более телефон позволяет это делать. Кстати, дорога нам настолько красивая, спокойная, мало машин, сейчас сниму тебе. Единственное, приходится снимать, как видишь, в таком виде. Конечно, меня прям мысли путаются, потому что такой не слабый стресс я сейчас получила. Нет слов. Нет слов просто. Я скажу одну вещь. Вот те мужчины, которые женоненавистники, вот лишь они могут посоветовать, или реально тупые, могут посоветовать женщине взять в дорогу канистру 20 литров. Я вот реально, я в шоке. Я заехала заправиться, не могла поднять ту канистру долбанную.
Потом я понимаю, ну что мне таскать сейчас этот бензин, ну, понимаешь, и я решила реально, чтобы залить его. Причем мне просто повезло, повезло в том, что там такое место было, как бы можно было зайти, заправка, но с другой стороны, и там еще такое, как бы, небольшое здание такое было, можно, грубо говоря, спрятаться от всех и не позориться. Хотя не позориться, наверное, не удалось, да, мне один мужик подошел, помощь, все нормально, еще один, а что я буду говорить, да, давайте заливайте мне 20 литров канистры, что ли, блядь, с чего вы им морочиться, причем они уже подошли тогда, когда я уже выпачкалась вся, блядь, в этом дизеле, как свинья, то есть я поднимала эту канистру, потом, слава богу, я вспомнила, думаю, блядь, надо как-то отлить этот бензин в более маленькую, вот эту 10-литровую, и у меня постоянно вырывался этот... Простите меня, вот реально, как вспомню, так вздрогну. Рожок, и представляешь, это все с брызгами, с этими невероятными. Эта канистра падала вниз, опять из нее все брызги, на машину, на меня, на одежду. Я в белых таких тапочках, кеды у меня, да. Эти тапочки просто, я не знаю, может, дизель разъедает резину, я не знаю, они у меня стали как скользить, как это самое. У меня вылилось, наверное, ну, литра два, наверное, в процессе всего этого. Ну, и представь, если этот процесс занимал, ну, наверное, час я потратила. Перелить это тоже, это надо поднять эту канистру, этот рожок вставить в другую канистру. И это не так легко, потому что, ну... тяжелые канистры, и потом этот рожок постоянно вырывался у меня, это ужас, из него тоже текло, я уже устала, я взяла этой перчаткой, зажала в этом месте, все перчатки, все, конечно, ну, насквозь мокрые в этом, представляешь, я воняю в этом дизеле, потом я три раза вот так переливала в эту черную канистру, и потом вставляла из канистры, выливала уже в машину. Но там была огромная лужа уже дизеля везде, обе канистры тоже все напрочь в дизеле залиты, грязные, представь, да, ванизм стоит, пипец, ну вот эти мужчины, да, предлагали, ну что мне, да, заливайте, да, они все попачкаются там, мне было неудобно обращаться, ну да, давайте залейте мне бензин, я такая дебилка, да, решила сэкономить, а вы мне сейчас пачкаетесь здесь, да? Мне было так стыдно, если честно, да? Да пусть я даже 5 или да даже 10 евро я сэкономила на этих 20 литрах, да? Но вот так вот корячиться, все измазать, испачкать, руки... Очень странно, но не пахнут. Я их помыла. Все, конечно, я счастлива, что у меня дизель, потому что бензин воняет, я знаю, что гораздо больше. Канистры эти вот реально хотелось выкинуть прямо там, но потом думала, не буду выбрасывать. Положила, хорошо, у меня было взято 4 пакета, я в эти пакеты там что-то завязала, посмотрим. Но мне кажется, что все равно будет вонять дизелем. Я вообще думала, что вонять дизелем будет все. Вообще удивительно, что я еще, честно говоря, что я еще что-то там залила. Пипец. Чтобы я еще раз экономила вот так вот, не уважая себя, или брать по 5 литров вот эти канистры. Я думаю, что и 10 литров поднять тяжело, потому что ты же не просто поднимаешь, ты должен выше ее поднять и еще держать, потому что она очень медленно перекидывает, очень медленно, даже без давления. Короче, это был ужас. Я тебе об этом рассказала. Конечно, врагу не пожелаю. Здесь не дешевый бензин. Евро 20, евро 23 в Сербии. Попка повернуть. Вот я балда. Мне же все, как это сказать? Мне же все круто здесь. Я же купила классно, я потратила деньги зачем? Посмотри, какие у меня девайсы, всякие там штучки, дрючки, подставочки, все крутится. Опаньки.
А я такая думала, мне надо что-то там это вытащить. Еще, короче, ой, я извиняюсь. Че я рада. Ну, теперь ты видишь Спайка. Ой, где мы находимся, непонятно. Что надо делать, сейчас послушаем. 55 километров. Неизвестно для чего, может быть, до рубежа. Вот. Новый Братсен, следующая будет у нас остановка. В общем, проговорила много, зато столько времени потратилось. Интересно, кто это будет слушать, кроме меня самой. Вот. А может, запущу в интернет. Чтобы всем было, женщинам, как говорится. А то все мужские форумы. Да, мне уже помогли мужчины по многим пунктам, то, что я взяла. Но вот с этой канистрой, ну вот никто и ни разу не сказал, что бабы, если женщина за рулем, не берите такую канистру. Вообще нахер не берите канистры никаких. Так что я еще уверена, что удивлена, что я еще такая вся бодрая. У меня, конечно, руки болят, все болит. Я утром думала, нахрена. Я понимала, что хочется приехать и уже отдыхать. Но вот сейчас я надеюсь, что вот это, если Екатерина, ну, паралия Екатерине, что будет возможность там, наконец-то, отдохнуть. Отдохнуть, расслабиться. Я что, зря купила санбет, тащу с собой за такие бабки. Вот, так что, может быть, метеоры будут через день на утро просмотрены мною. А день, может быть, надо будет провести на пляже, чтобы хоть как-то отдохнуть, я не знаю. Ладно, хватит трепаться. Адиос. Может быть, через какое-то время. Сейчас покажу тебе, подожди. Выключу, сниму, где еду, красивые горы.